на одно ведро с женщинами ходили, объясни, что дети с женщиной ходили на... Нельзя было выйти на улицу, постоянные прилеты были. Два месяца ей не молоком грудным кормили ее, а кашей. Ну, смесями. И нагреть же нельзя было воду. В бутылке набирали воду и грели, ты понял, на себе. Ну, в теплые места, догадайся куда, засовывали бутылку, чтобы нагреть, чтобы смесь развести ребенку. Чуть-чуть, конечно, лучше. До этого я все время прислушивался, ну, боялся, когда придут, зачистка будет, выгонят нас отсюда, не выгонят нас отсюда, будут там арестовывать, не будут арестовывать, вот так вот. Упало, да, просто какой-то звук, а ты уже переживаешь, что где случилось.